Святые посети и среди мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Тебе, Своему Святому Богу, и Непресвятому Богу. Отче наш, и жизнь и на небесе, да святится имя Твоего при Царстве, Твоего Бога, Божьего, и на небесе не будет. Хлеб наш на суть, и дашь нам есть, а так нам долги наши, принимайся, дай Богом наш. И не веди нас в искушение, но бай нас от лукавого, яко Твое Царство, сила и слава Отца, Сына и Святого Духа, Непресвятому Богу. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа не думающий, сию молитву о Владыце грешнем приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас. На Тебя бы уповахом, не погневайся нас, зело, ниже помни беззаконие наших, но призви и меня, как был утробен, не избави от враг наших. Ибо если Бог наш, мы люди Твои, вся дела рукой Твоей, имя Ты призываем на непристанных и духов, аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенна Богородица, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся от ответ, ибо спасение рода христианского. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи, Божий Спаситель наш, живи пророком Нафана, покаявшимся мы Давиду о своих совещаниях, оставления даровал. И мы на сину покаяем молитву прием, и сам и рабов Твоих сил, здесь предстоящих, молящихся. Они же содела согрешениях, прими обычным Твоим человеколюбием, презираем вся содеянное, оставляя неправды, происходя беззакония. Ты порекайся, Господи, хотел не хочу смерти грешника, на что он обратился и жив был. Я хотел мне седмирицу оставлять и грехи. Понеже, как величество безмерное, милость, понеже есть величество беспрекладное, милость безмерное, наше беззаконие назрище в топ стоит. Яко Ты си Бог кающихся, и Тебе славу высылаем, Отцу, Сыну и Святому Духу. Ныне пресне веки веков, аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Бога живаго, пастырь агнец земли и мира. И же жемование даровало бед, должникому грешницу оставление грехов. Я сам, Владыка, ослабь, оставь. Прости грехи, беззаконие, согрешения, вольные и невольные, же бедные и небедные, же преступления, преслушания, бывшие от рабов Твоих сих. Я считаю, как человек, прот носящий в мире, живущий дьявол, крестившийся же в слове, или в деле, или в вере, или не вере, или слово священническое попрашивай. Ей, Владыка, человека, любящий Господи, услыши нас, молящиеся Твоей благости, рабех Твоих сих, и призрака многомилости при решении вся из них вечно муки. Ты борет, если, Владыка, или каще свяжете на земле, будет связано на небесе, или каще разрешите на земле. Будет разрешено на небеси, яко Ты сим безгрешен, и Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне пресне веки веков. Аминь. Сейчас да сам Христос невидимо стоит и принимает ваше исповедание. Не устыдитесь, не бойтесь, ничего не скрывайте. Но без стеснения скажите все, чем вы согрешили, чтобы вам получить прощение от Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Здесь пред нами образ Его, крест и святое слово Его. Я же есть только свидетель, засвидетельствую пред Богом все, что скажете мне. Потом подумаю, сюда мы пришли во врачебницу духовную, чтобы не уйти отсюда неисцеленными. Попросим прощения у Господа во всех наших согрешениях. Где согрешили, заповеди ли его нарушая? Против слова Его где согрешили? Против канонов церковных правил где согрешили? Невоздержанием каким? Против ближнего где согрешили? В словах, в делах, в помышлениях. Во всем попросим у Господа прощения. Господи, Боже, спасение рабов Твоих, милости, щедрые и долго терпеливы. Кайся нашей злобой, хотящей смерти грешника, на яко еже обратитесь и живы быть ему. Самый ныне, Господи, умилуйся с рабех Твоих сих, где предстоящих, и подашь им образ покаяния, прощения грехов, отпущения, прощаем всякое согрешение, вольное и невольное. Примирись, одни их, святей Твоей Церкви, во Христе Иисусе, Господи нашему, с ним все подобает державы и великолепие, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, милости, будем и грешным. Ты создал нас, Господи, помилуй нас. Без числа мы совершили, Господи, прости нас грешных и благослови нас, Господи, помилуй нас по великой Твоей милости.
Облачь щедро Твоего, Господи, очисти все беззаконие наше. И не отведи нас от лица Твоего, Господи, и Духа Твоего Святаго не отведи от нас. Напоминаю обязательное молитвенное правило для готовящихся к причастию. Это каноны, покаянный канон Богородицы Ангелу-Хранителю и правила к причастию, каноны молитвы причастная. Это обязательно должны все, не только накануне, но желательно за неделю начинать, как говорится, это в народе называется говение. То есть готовишься, когда к причастию, то усилено молитвенное правило. В это время нужно исключить что-то, что до этого было, там, смотрение, может быть, и телевизора даже исключить на это время, вот, и больше времени уделить молитве. Вот. Молитва – это не просто чтение, а молитва – это разговор с Богом. Понимаете, мы говорим Богу, Бог нас слушает. А когда читаем Священное Писание, это и псалмы, и Евангелие, и чтение Библии, это Бог говорит с нами, мы Его слушаем. Вот. Поэтому, когда читаем, молимся, то не только должны вычитать все. Я, говорит, вычитал все. Вычитывать-то не надо, нужно помолиться, чтобы была молитва, чтобы было это общение с Богом. На это себя настраивать нужно. Вот. Мне, я помню, только меня рукоположили в декана. Ну, это мне было 33 года молодой. Я особо-то не знал церковного, всех правил-то. Но Великим постом нужно поминать поминальники, там, заказывать на Великий пост. Я подхожу к настоятелю и говорю: отец Иван, ну что, книжечки-то читать будем? Начинать читать книжечки? Он так сурово на меня: читать газеты будешь дома, а здесь поминать нужно, молиться. Так меня сурово так сказал. Это я запомнил все. Читать, говорит, газеты будешь. А то, говорит, я все прочитал. Не прочитал, нужно говорить, помолился. Молитва, потому что молитва – это общение с Богом. Выходите сюда. Благословите больше. Благослови Бог на все данные Христа руки и веков. Аминь. Аминь. Царю Небесный, Утешителю души, истинно везде сущий. И же везде и вся исполняя сокровища благих и жизни, подателю придей, вселистиной, очистенной от всяких скверных. И спаси блажи души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Придите, поклонимся Царю и нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Царю и нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедро Твоих, изгладь беззакония мои. Совершенно омой меня от беззакония моего, от греха моего, очисти меня, ибо беззаконие мое, сознаю грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешила я лукаво пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен, приговорит Твоими чист суде Твоим. Вот я в беззаконии, зачатый во грехе, родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину внутри меня, и у меня мудрость, окропи мне, и сопом буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо от грехов моих и изгладь все беззакония мои.
сердце чистое, сотворение Божие, дух правый обнови внутри меня, не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отними от меня, возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня, научу беззаконных путям Твоим нечестивые к Тебе обратятся, избавь меня от крови Божией, Божие спасение мой, язык мой восхвалит правду Твою, Господи, отверзи уста мои, возвестят хвалу Твою, ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь, жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже, а благодетельствуй по благоволению Твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут те жертвы правду, возношение и всесожжение, тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Как по суше прошел Израиль по бездне стопами, и гонителя фараона видел утопающим, Богу победную песнь воспоем взывал. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ныне приступил я грешный, обремененный, к Тебе, Владыка, к Богу моему, но не смею взирать на небо, только молю, говоря, дай мне, Господи, разум, чтобы оплакивал я дела мои горько. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, о горе мне, окаянному более всех людей, злосчастен я, покаяния нет во мне, дай мне, Господь, слезы, чтобы оплакивал я дела мои горько. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Безумный, несчастный человек, ты время в лености губишь. Помысли о жизни своей, обратись ко Господу Богу и плачь о делах своих горько. И ныне присно и во веки веков. Аминь. Матерь Божия, пречистая, взгляни на меня грешного и от сети дьявола избавь меня и на путь покаяния направь меня, чтобы оплакивал я дела мои горько. Нет святого, как ты, Господь Бог мой, взывающий достоинство верных тебе, благое и утвердивший на нас камни исповедания Твоего. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Когда поставлены будут престолы на страшном суде, тогда дела всех людей откроются, горе там будет грешным муку отсылаемым. И знай это, душа моя, раскайся в злых делах Твоих. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Праведники возрадуются, а грешники возрыдают. Тогда никто не сможет помочь нам, но дела наши осудят нас. Потому прежде конца раскайся в злых делах Твоих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Увы мне на грех грешному я делами и мыслями, осквернившись, ни капли слез не имею от жестокосердия. Ныне воспрянет земли душа моя, раскайся в злых делах Твоих, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вот взывает Госпожа Сын Твой и нас, научает доброму. Я же грешный, всегда бегу от добра, но Ты, милостивая, помилуй меня, чтоб я раскаялся в злых моих делах. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помышляй о дне страшном, и оплакаю злые мои деяния, как я дам ответ бессмертному царю, или как дерзну я блудный взглянуть на судью, милосердный Отец, Сын Единородный и Дух Святой, помилуй меня. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно, и во веки веков, аминь. Ныне связанные многими узами грехов, и теснимые лютыми страстями и бедами, к Тебе прибегаю моему спасению и взываю, помоги мне, Дева Матерь Божия. Христос моя сила, Бог и Господь, Святая Церковь благоговейно поет, возглашая от чистого разума в Господе торжествуя, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Широк путь здесь, и легко делать приятное, но горько будет в последний день, когда душа с телом разлучится, будет, храни себя от того, человек, ради Царства Божия. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Зачем бедного обижаешь, плату работника присваиваешь? Брата своего не любишь, к блуду и гордыне стремишься? Оставь же все это, душа моя, и раскайся ради Царства Божия. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! О, безумный человек, доколе увязаешь, словно пчела, собирая богатство свое? Ведь вскоре погибнет оно, как прах и пепел, но ты прежде взыщи Царство Божие, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Госпожа Богородица, помилуй меня, грешного, и в добродетели укрепи, и сохрани меня, чтобы внезапная смерть не похитила меня недоготово, и доведи меня, Дева, до Царства Божия. Божественным светом своим благой души с рассвета к тебе стремящиеся, любовью озари, молюсь я, чтобы знать Тебя, Слово Божие, истинного Бога, от мрака греховного к Тебе призывающего. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Вспомни, несчастный человек,
Насколько лжи, клевете, разбою, немощем, словно лютым зверям порабощен ты по грехам своим, душа моя грешная, того ли желала ты, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Трепещут члены тела моего, ибо я всеми ими провинился, глазами взирая, ушами слыша, языком говоря злое, всего себя гиене предал, душа моя грешная, этого ли желала ты, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Блудного сына и разбойника, кающегося, принял ты к себе, Спаситель, но лишь я один так греховной ленью отягчен и злым делам порабощен. Душа моя грешного, этого ли желала ты, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Дивная и скорая помощница всем людям, Матерь Божия, помоги мне недостойному, ибо душа моя грешная возжелала того». Житейское море, видя поднимающееся волнами искушение, я к тихой пристани твоей прибегнув, Владыка, тебе взываю, возведи от гибели жизнь мою многомилостивый. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, жизнь темную, земную я блудно прожил и душу во тьму предал. Ныне же молю тебя, милостивый Владыка, освободи меня от этого рабства врагу и дай мне разума исполнять волю Твою. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Кто совершает такое, как я? Ибо как свинья лежит в грязи, так я греху служу. Но Ты, Господи, исторг меня из гнусностей, то и дай мне сердце, чтобы исполнять заповеди Твои. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Воспрянь к Богу, несчастный человек, вспомнив свои согрешения, припадая ко Творцу, проливая слезы и стеная. Он же, как милосердный, даст тебе ум познавать волю Его, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Дева, от видимого и невидимого зла сохрани меня, Пречистая, и прими прошения мои, и передай их Сыну Твоему, да даст мне ум исполнять волю Его. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Душа моя, зачем грехами богатеешь? Зачем волю дьявола исполняешь, на что надежду возлагаешь? Перестань так поступать и обратись к Богу, с плачем взывая, милосердный Господь, помилуй меня грешного. Помысли, душа моя, о горьком часе смерти и о страшном суде Творца твоего и Бога, ведь тогда ангелы грозные возьмут тебя, душа, и вечный огонь ведут. Так покайся же прежде смерти, взывая, Господь, помилуй меня грешного. Росоносную содел печь ангел для благочестивых отроков, а Божие повеление халдеев опаляющее мучителя убедило взывать, благословен ты, Бог отцов наших, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Не полагайся, душа моя, на тленное богатство и на неправедное стяжание, ведь не знаешь ты, кому все это останется, но воззови, помилуй меня, Христе, Боже недостойного. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Не надейся, душа моя, на телесное здоровье и на скоропроходящую красоту, ведь ты видишь, как сильные и молодые умирают. Но воззови, помилуй меня, Христос, Бог недостойного. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вспомни, душа моя, о вечной жизни и о Царстве Небесном, уготованном святыми, и о тьме внешней, о гневе Божьем злым. И воззови, помилуй меня, Христос, Бог недостойного. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Припади, душа моя, к Божьей Матери, и помолись ей, ибо она скорая помощница кающимся умолить Сына Христа Бога, и Он помилует меня недостойного. Из пламени Ты дал для благочестивых росу и источил, и жертву праведника водою попалил, ибо Ты все совершаешь, Христос, одним словом, хотением. Тебя мы превозносим во все века. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Как мне не плакать, когда помышляю о смерти, ибо видела я лежащего во гробе брата своего бесславным и безобразным. Чего же я жду и на что надеюсь? Только дай мне, Господь, прежде конца покаяние. Как мне не плакать, когда помышляю о смерти, ибо видела я лежащего во гробе брата своего бесславным и безобразным. Чего же я жду и на что надеюсь? Только дай мне, Господь, прежде конца покаяние. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Верую, что Ты придешь судить живых и мертвых, и все по чину своему станут старые, молодые, владыки и князья, девы и священницы,
но где покажусь я, потому взываю, дай мне, Господь, прежде конца покаяния, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пречистая Богородица, прими недостойную молитву мою, и сохрани меня от внезапной смерти, и даруй мне прежде конца покаяния. Людям невозможно увидеть Бога, на которого не смеют полки ангелов взглянуть, но через тебя всечистое стало видимым для смертных Слово воплощенное. Его величаем мы вместе с небесными воинствами, тебя восхваляем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, ныне плачу пред вами, ныне к вам прибегаю. Ангелы, архангелы, все небесные силы у престола Божия стоящие, молитесь Творцу своему, да избавит он душу мою от муки вечной. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, ныне плачу пред вами, святые праотцы, цари и пророцы, апостолы, святители и все избранные Христовы. Помогите мне на суде, да спасет Господь душу мою от силы вражьей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне к вам возношу руки, святые мученики, пустынники, девственники, праведники и все святые, молящиеся ко Господу за весь мир. Да помилует он меня в час смерти моей, ныне присно и во веки веков. Аминь. Матерь Божия, помоги мне на тебя, сильно надеющемуся, умоли сына своего. Да поставит он меня недостойного справа от себя, когда сядет судья судить живых и мертвых. Аминь. Владыка Христос, Бог, страданиями своими, страсти мои исцелившие, ранами своими, язвами врачевавый, даруй мне много пред тобою, согрешившему слезы умиления, даруй моему телу принять благоуханное животворящего тела твоего, и подай душе моей сладость твоей драгоценной крови, вместо горечи, которой напоил меня враг, возвысь к себе ум мой, к земле поникшей, возведи из пропасти погибельной, ибо нет во мне покаяния, нет во мне умиления, нет во мне слезы утешительной, приводящей детей к своему наследству. Омрачился я разумом, в житейских страстях, болезни не могу воззреть на тебя, но могу согреться слезами любви к тебе, я не могу. Но, Владыка, Господь Иисус Христос, сокровище благ, даруй мне покаяние полное, и в поисках тебе, трудящийся с любовью сердца, даруй мне благодать твою, обнови во мне черты твоего образа. Я оставил тебя, не оставь меня. Выйди искать меня, приведи на свое пастбище, приобщи меня к овцам твоего избранного стада, воспитай меня с ними от хлебов божественных твоих таинств, по молитвам пречистой твоей матери и всех святых твоих. Аминь. Богородице прилежно обратимся, грешные и смиренные, поклонимся покаянии, зовущей из глубины души. Владычице, помоги в милосердившись, позаботься о нас. Мы погибаем от множества грехов, не прогони нас беспомощных, ты нам одна надежда. Богородице прилежно обратимся, грешные и смиренные, и поклонимся покаянии, зовущей из глубины души. Владычице, помоги в милосердившись, позаботься о нас, мы погибаем от множества грехов, не прогони нас беспомощных, ты нам одна надежда. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и веков, аминь. Никогда не перестанем говорить о твоей силе, Богородица. Мы недостойны, если бы ты не молилась о нас, кто бы защитил нас от стольких бед, кто бы сохранил нашу свободу до сих пор. Не отступим от тебя, Владычица, ты своих рабов всегда спасаешь от зла. Помилуй меня, Боже, по великой милости, ты помножь тощину твоих из глаз беззаконие мои, многократно мой меня беззаконие мои, греха мои, очисти меня, ибо беззаконие мое сознаюсь, ибо беззаконие мое сознаюсь, я греха мое, очисти меня, ибо беззаконие мое сознаю, грех всегда предо мной, тебе, тебе едино согрешил я, лукавый предочерми твоим не сделал, так что ты праведен, приговори твоим и чист суде твоим. Вот я беззаконие, зачатый, как я взяла мне, мать моя. Вот и разобил истину в сердце, внутренне явил мне мудрость твою. Пократи мне, чтобы было чисто, мой не буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, радуйся, хоть с тобой сокрушенное. Отврати лицо твое от грехов моих, перегнать тебе законы мои. Сердце чистое, сотвори меня, Божий дух правый твой внутри меня. Не отверги меня от лица твоего, дух, который все так и не отнимет меня. Сотворти мне радость спасения твоего, дух, владычества, утверди меня. Научи беззаконных путям.